Привет всем. Продолжаем проходить игру Собопасин. Думаю, представляться мне не надо. Потому что этот маньяк уже все представил для меня. Фигово уродливый. Как человек-поп, да. Так, если не ошибаюсь, проблему с лагами вроде как видите решил. Ты что, до сих пор не понял, что не умеешь стрелять? Да, я до сих пор еще не понял, что я не умею стрелять. Потому что... Это чувак к нам всегда обращается. Я не помню. Так. Ладно, возьму все-таки пистик. Башу-башу, один хедшот. Вот, думаю, так, за стенок. Опа! А, все, получил. Свою сдачу, так. Эй. Блин. Че всех под конец игры уже вот так вот включим? Ладно, бы убивало на один месте. Нет. Так вот, красиво. Перемещаемся. Ну, похоже. Этот наш любезный друг хиппи или как он там забыл. Это монах, вот. Монах. И опять начинаются лаги. И все, и они проходят. Так, сейчас тут два чувака будут сбоку и побежит один маньяк. Поэтому сразу берем мину, подрываем ее, одного убиваем, то есть второй за укрытием его сразу сшибаем и добиваем. Ну и маньяком атак постреливаем, естественно. Вот и все. А, такая несложная ловушка, я бы сказал. А, зато сложный вот тот дурак, который стрелять нас гасит. Это... Да, я был прав, это монах. Монаха мы будем убивать 10 пуль в голову. А, ну и этого тоже. Ох, все. Все, зашибись. Так. Надеюсь, я в эту часть уложусь, голову пули закончу ее. Если я только умирать не буду, то я это сделаю. Но я, как вы видите, уже чуть не умер. Поэтому все, теперь будем аккуратненько. А то я обычно уж привык не пользоваться. Потому что игра слишком легкая, этими укрытиями бегу такой на полом спокойно. Когда без записи играешь, так тебе пофиг, как ты сдохнешь, ты или нет. Когда так смысл. Ой, что-то мне неохота никак дохнуть, особенно вот с этой тупой гранаты, которая меня чуть не подъебала. Так. Блин. Открываемся за мусором, ящиком, не знаю. Так. Опа, чувак, на тебе пульку в попку. Еще раз, чтоб ты сдох. Опять это... Ай, фак. Да что такое-то? Я из-за того, что под конец игры всегда такая жопень начнется, блин. Только те граната вам. Блин. Капец. Ну хоть это убили. Как не могу запомнить, что такая жопень тебя все постоянно будет. Вот чуваков я пошел, как видите. Блин, не получилось сделать, а под ноги на получилось банк. Еще и этот звук. Почему, спросите, почему я его взорвал, потому что ты красивый. А тебя, мне надоело уже рукопашку с тобой цацаться. Поэтому я тебе так сказал, 6 пуль зашибись, будем с усихами терпеть. Хотя недостатки пули в этой игре никогда не бывает. Еще несколько трупов, и я в церкви. Окей, чувак, это ты сказал всем моим зрителям, то что осталось совсем немного. Главное, каким будет трудным это совсем немного. Но с усих, вот когда вот так делаешь, да... Это даже очень легко, потому что, как бы, как я понял, пули в одну коряжу, ну, блин, короче, в одну превращаются, типа, сминаются и взрываются. Ну, хотя это вообще близко даже не правдоподобно. Ну, что вы хотите от игры? Особо опасен, который только не правдоподобности, ничего более. Так, все, двоих прописали. А, да. Если вы помните или нет, но с УЗИ можно закручивать пули сразу в двух врагов. Это так. Можно мне закрутить пули как бы сразу в двоих челов. То есть, ну, у меня сейчас вот только один адреналинчик. Поэтому нифига я вам делать не смогу. Даже не делаю. Вот сделали бы, чтоб когда один адреналинчик можно было одного человека убивать с УЗИ. А тут только с двух. Как бы если у тебя два есть, одного убьешь, у тебя один останется. Малость.
Опять этот, блин, монах сраный. Так, ладно. Надо не обращать внимания на этого сраного монаха. Опс, блин, опять чуть не... Что ж такое снайпер, какие-то метки? Я ни разу в жизни таких метков не видел. Сквозь бетон мне в голову попадает. Ну хорошо, что я... Бессмертный. Так, так сидеть не будем, да, значит. Так вот, все. Наконец-то у меня появились пульки, поэтому можно одного человека ранить и добить. Так. Опа, мне... Ой, блин. Так, монах. Грязь тебе. Нахуй выскочил. Все. Так, гадимся за каким-то сральником непонятным. Ну, нам-то как бы особо пофиг, да? Зачем прятаться? Вот-то не пофиг. Хоть он башкой в унитазе сидеть будет. Это главное, группати. На. Все, вроде последний. Теперь надо уйти сюда, если не ошибаюсь. Было бы гораздо проще, если бы вы просто сдались, как ваши отцы. Как ваши отцы. Чувак, ты какие-то смешные речи толкаешь, мне за тебя стыдно. Ой-ой, все. Как поживает твой отец? Все, мы прошли, люди. Это сейчас финальная глава будет. Посмотрим видеоролик и... Собственно, все. Well, I'd already descended into hell. How much worse could this be? The prodigal son returns. Ну, все. Всем удачи и пока.